По классике, короче, как обычно, объясняю еще раз правила, как у нас это работает. Несмотря на то, что у нас, я говорю, в аукционе там разные суммы на разную игру, мы всегда делаем три выбывания, всегда вообще. Там может выбыть, блядь, игра, на которой 8000 донателей, к сожалению, так это и работает, мы так делаем всегда. Вот, поэтому делаем три выбывания. Я сейчас какую музыку, блядь, поставить, чтобы... Ну вот мне тут скидали. Что это? Ну, Нормис что-то играет. Поехали, три выбывания. Блять, куча анимешек, я даже боюсь представить, что сейчас может вылететь, блять. Но... жестко. Учитывая то, что я вообще не знаю аниме, блять, это будет пизда полная. Итак. Итак. Кольцо вообще пиздец, этим, блядь, на похуй. Наруто видел, Атака Титана, Парад Смерти. Ну, жалко смешарики. Жалко, конечно, этого добряка. 140 рублей идут нахуй. Жаль, конечно, жаль. Ну ладно, ничего страшного. Первое выбывание было, делаем второе. Почему именно сваша? Сейчас еще шамаханская царица вылетит, блядь. Че за песня ёбская, блядь? Говно какое-то. Так. Твое имя. Я побрился. Гинтама, я не знаю, что это. Это тоже вырубит, да? Я так понял, что мне тут накидали песен очень здоровских, да? Я вас понял, я смотрю, тут мне песен накидали, блядь. Чё такое Гинтама? Это что-то крутое? Я-то включу, знаете что? Вот это. О. Гинтама. Ну ладно, похуй. Так, сейчас уберем ее. Сколько на нем донателя? 70, ничего страшного. И потом в деньгах оценивай, конечно. Так, и последнее. Считается легендарным, нихуя себе. Кем интересно? Тобой филин, блядь? Бля, я хочу, чтобы выбыла какая-то игра, на которую куча издателей, чтобы у чела жопа сгорела. Так. Смешарики видел. Переполнение. Школа-тюрьма. Че это такое? Ну не игра, точнее, вы поняли, анимешка. Школа-тюрьма. Тоже. 70. Так, ну че, все. Го еще 5? Да не, ну это нечестно, это нечестно. Три всего. Но если хотите, можем еще два сделать. Если хотите, можем еще два. Чтобы было 5 всего. Если вам хочется. Нет. Ну по-хорошему, нет, мы договорились по-хорошему на 3, поэтому давайте не будем. Похуй, мы договорились на 3. Так, длительность давайте... Сколько поставить длительность? Сколько секунд? Разделить? Бля, так тут вообще хуй поймешь, что выпадает, блядь. Я бы вот так оставил, наверное. 5 минут? Вы что, ёбаный? Может, блядь, 10 часов сделать? Длительность. 5 минут это сколько? 60 умножить на 5. 300. Бля, в натуре 5 минут, блядь? Ну, похуй, давайте. Хуйня. Сука, 5 минут сидеть ждать, блядь. Тимоха пишет, я за чаем пошел, давай. Чего, ребят, как дела у вас? Как вообще? Нарезчики, привет. Я очень хочу, пожалуйста, нарезчики, уважаемая просьба тем, кто будет нарезать это, не вырезайте, пожалуйста, момент прокрутки. Не вырезайте. Пускай вот все 5 минут будет момент, где крутится эта хуйня. Не вырезайте, прошу вас. Пускай люди сидят как идиоты, блядь, конченые и ждут. И, пожалуйста, тех, кто в комментариях, не делайте тайм-коды. Умоляю вас, не делайте. Чтобы люди сидели как ебланы и ждали, блядь.
Прикиньте, сейчас шамаханская... Блядь, если выпадет шамаханская царица, это будет пиздец. Пять минут ждали. Пять минут ждали ради шамаханской царицы. Бля, ссать еще хочу. Пойду поссать схожу. Вам, то, вам того же еще крутится, блядь. Ой, бля. Хуй, причем хуй поймешь, когда оно выпадет, вообще непонятно, блядь. Хуй поймешь, сколько времени прошло, даже таймера нету, блядь. Как вообще понять, блядь? Вот хуй поймешь, вроде оно останавливается, а вроде еще 2 минуты будет крутиться или сколько там. Сука, это пиздец. Ты. Ну давай быстрее, чмо. Блять. 9 комбайнов сидят, смотрят эту хуйню. Колесо, блядь, 5 минут вертится, они сидят, смотрят. Блять, ебануты. Вы долбоёбы. Бля, вот хуй поймешь, сколько времени осталось? Я вообще не понимаю, блять, сколько. Как будто, блядь, как будто еще минуты две оно вертится будет. Ну, походу, как будто бы все. Блядь, хуй поймешь вообще. Что-то я нервничаю, блядь. Потому что я вообще не разбираюсь, мне вообще похуй на аниме. А вы тоже любите, когда выпадает какой-то очень непопулярный вариант? Вы тоже так любите? Типа, когда выпадает что-то непопулярное? Вот не знаю, мне прям с этого кайфую, когда что-то такого ебанского выпадает. Блять, заебет, сука. Crazy time. Тоха. Crazy time. Блять, это не клинок. Рафлан, за что это не клинок? Это не клинок. Что это? Нет, только не эта хуйня, только не это говно, плиз. Бля. Это вообще не аниме. Это не аниме. Дрейк, иди сейчас обратно отправлю. Это был донат после игры. Я тебе сейчас обратно отправлю 2000, Дрейк. Я тебе сейчас, прямо сейчас я тебя отправляю обратно 2000, и мы реролим. Пошел ты нахуй. Потому что это нихуя не аниме, нет, это не интересно. Это не интересно. Аватар Анга я бы и сам с удовольствием посмотрел.
Все, Дрейк, я тебе отправил обратно 2000, пошел нахуй. Это было после таймера, не считается. Удалить нахуй из рулетки. Я отправил ему 2000 назад. Так. Удалился, да? Да. Ну что, еще раз? Ждем, блядь. Я говорю, если сейчас выпадет Шамаханская царица, блядь, это будет вообще пизда. Это вообще, блядь, легенда. Бля, ну я могу сказать, что, кстати, сегодня отчасти легендарный стрим, вот, потому что я ни разу, я говорю, я аниме, типа, на стриме я ни разу не смотрел, вот, я, в принципе, вообще не люблю аниме, я вот, ну, типа, подчеркну для тех, кто тут впервые, я аниме вообще не смотрю, вообще, то есть, единственное, что я смотрел, это «Тетрадь смерти» именно из аниме, и оно мне понравилось, остальное я вообще не смотрел ни разу, поэтому, блядь, и, видимо, такая хуйня. Блять, ну это нихуя не музыка для секса. Кучат, Мазила плохо лишил донат на девственности. Привет. А если сейчас выпадет не аниме, то мы опять реролим? Потому что, ну, мы же только аниме, типа. Да, блядь. С ума сойду, Илюша, привет. Блядь. У меня завтра очень важный экзамен, к которому я готовилась всего неделю. Пожелай, пожалуйста, удачи. Это, наверное, единственное, что мне поможет. Крю. Пепа Свинкин, удачи тебе, все сдашь, все хорошо будет. Хочу что-то крутое, блядь. Кумас, кучатик. Мой привет. Первый донат тебе, ты солнышко меньше, чем 3. Спасибо большое. О! Вот это имба. Ладно, сейчас охуенно. Фермент, иди нахуй, потом послушаю. Не мешай, сейчас музыка. Спасибо. Бля, охуенная музыка вообще. Здравствуйте, Мазилов. Когда будет совместный стрим с популярнейшим стримером Twitch от Леони. Кто это? Спасибо. Плавят, блядь. Когда колесо будет медленно ехать, музыка идеально подходит. Чек ТГ Дрейка, чё он там, пожаловался? Вот Илья с
сука, ебаная так радовала, что его анка была на аукционе, он скинул гандон. А ты его нахуй послал, уже ахахах, нахуй этих хиканов. Не смотри, они мне и отправил донат до остановки. Моя ставка, что выпадет, бля, чили как там, мне похуй. Я объясню вам, типа, просто анка я бы и так посмотрел, потому что я его и так смотрел. То есть это ничего интересного в этом нет, никакого элемента угара мне в этом нет. Давай! Блядь, давай чем-то охуенное. Блядь, сука, я становлюсь анимешником, мне интересно, какой аниме выпадет, я ебанутый. Сейчас, Тох. Блядь. Мазелов, Скотина, передай привет Завертину от меня, плюс чатик, ко всем плюс. Завертину, привет. Где, блядь, где телеграм Тохи? Ты нихуя-то не дропнул. Все, тихо, сейчас. Бля, и вот оно крадется, пиздец, смотри. Сука, бля, я говорю, сейчас с ума сойду, нахуй. Это не рассекающий демонов. Это опять не он. Блять, это что-то из микроскопической хуйни. Походу. Это что-то из микроскопической хуйни, это что? Или нет? Что это, блядь? Нет. Блядь. Я считаю, что нужно спеть лекции. Плюс чат. Нет, только не эту хуй. Блядь. Блядь. Не моя вина, что я не популярна. Согласен. Блядь. Есть какой-нибудь трейлер, Джо-Джо? Контент на 10 каймайна, который мы заслужили Бладрайл. Спасибо, Пашкевич, согласен. Есть какой-нибудь трейлер? Я только слышал про это. Ни разу я эту хуйню не смотрел вообще, даже близко, блядь. Так, Джо-Джо, трейлер. Блядь, что это такое? Первый сезон.1999 год, Япония. Префектура М, город С, Морио. Будучи изначально спальным районом города С, получил статус города в первой половине 80-х. Блять, там уже сидят шарят, это четвертый сезон, дурак. Так я ебу, блять, какой это сезон? Блять! Что за плейлист? Это у меня специальный плейлист, где я в костюме Венома плавал. Посмотри Джаджо с Тохой. Он фанат пиздец. Игги, get out of here! He's still alive! Игги! Чё за хуйню я сейчас посмотрел? Какую-то собаку убили, блядь. Джаджо нельзя смотреть, как говорят. Здравствуйте всем. А на 21 год назад я появилась на свет и тут же лишаюсь донатной девственности. Спасибо тебе за стримы, Илья. Они очень позитивные. Спасибо. Чат, люблю вас. Пусть спасибо, Чанг Чанг, с днем рождения тебя. Поздравляю с 21-летием. Счастья, здоровья, успехов. Давай четвертый смотреть, пожалуйста, он крутой. Да подождите вы, блядь. Опенинг? Блядь. Блядь. Что это такое, блядь? Опрос, какую часть Джаджо смотреть?
Я что-то вообще ничего не понимаю, блядь. Не, рерол это нечестно будет, он же по-честному выпал. Какие-то парни, блядь. Хоть кто-то смотрел здесь Джо-Джо? Я ничего не понимаю, блядь. Здесь покрасивее выглядит. О боже, блядь, какой уебанский шрифт. Блядь, куда я попал? Ёб твою мать. Короче, я тебе так скажу. Илья, тебе пиздец. Я смотрел 20 серий этой хуйни и был готов разбить монитор нахуй уже с пятой. Так что респект. В смысле, а что не так с ним? Ёб твою мать.